меня для тебя новость. Новость? Ну, газеты читаешь, там написано новости. Новость? Обалдеешь. Скоро... Скоро с тобой заживем. По-человечески! Ну, наконец-то! Не понял. Ну, в смысле, по-человечески? Это наконец-то! А вот это что такое? Точно? Короче, после покойного профессора, что там прибор остался? Уникальный. Ну, ни у кого нет, у меня есть. Но прибор. Знакомое слово. Я еще тогда кое-какой с ним договор подписал, патент получил. И теперь я, Иван Альбертович Мохнатов, законный обладатель на все его научное наследие. Ну и на приборчик тоже. А что делает приборчик этот? Работает. На первом принципе профессора, господи, кому я это говорю? Хоть это за сообщение важно. Важно знать, что этот прибор денег стоит немерено. А это сколько? Ну, я не мерил, но очень немерено. А, если шутка. Я померю, скажу! Я возьму этот приборчик, да и продам. Кому? Да, желающий найдется. Будет сегодня на кладбище. Скоро по интервью давал тебе. Шип-плес-квау? Я знаю. Что? Только про приговор намекнул. А сразу звонок. Один уже к нам мчится. Из американского посольства. Атташе по культуре. А зачем атташе по культуре? Какой-то научный прибор. Что-то у тебя сегодня вопросы больно... Больно... Логичные. Какая-то ты на себя сегодня не очень похожа. Да. У тебя чаем с чайником твоим вот этим ничего не случилось, а? Ну, кроме этого парашюта на заднице, это пальма на башке. Просто говоришь снова, прибалкай. Ой, я был прав. Ну как? Ты еще забыл? Ну, это минут через 5. Через 10 и повезет. Через 6. Ну ладно, ладно, ладно. Ты все равно молодец. Я этот звук хотел бы слышать хоть раз в месяц. Я буду стараться. Хоть раз в месяц. Я буду стараться. А сейчас, да. Любимая моя, включи. Ну включи, пожалуйста, свою логику. Я не тупая. Но где она встречается? Какой американский атташе? По какой-то здесь культуре, что он здесь в Москве у меня делать будет? А, я знаю, посещает разные культурные мероприятия. Бар, караоке, караоке, бар, стриптиз, бар, опять бар, караоке. А, музей мавзолей, что ли? Постепенные приборы покупать! А-а-а! Господи, какая же ты тупая, а! У тебя же 2 высших образования! Вот! Филология! Вот! Я тебе лично дипломы покупал! Вот! Где моя водка? Здесь! А, вот! Не волнуйтесь, Иван Альбертович, бутылка ледяная, как вы любите. А, вот она знает, что я люблю! Я не знаю, за что мы деньги платим. Денег мне пока еще никто не платил. Не волнуйтесь, мы еще раз оплатим за... Заплатим еще, до метро вас довезу. Нет, как раз по пути. Что вы? Такой тяжелый день был, Иван Альбертович. Весь день на ногах, на нервах. Ну что, сидим? Питкицами смотрю до конца прошлого тысячелетия. А не пошла на ты! Переодеться. Сейчас целая американская этажа тебя увидит. Вот так вот кузбич. Вот это нормально, вот это нормально. Вот это бесконечность нормально. Вот это ненормально! А что, хватит? Что? Оскорблять мою малую родину на глазах у прислуги. Ой, весь город знает откуда ты. А сам-то откуда? Москвич недоделанный. Знаешь что? Про приборчик. Я что, мне договорилась? Ну-ка сядь. Сядь, ляг, стой, извини, собачка. Там балкон пятый тоже. Давно хотела поговорить с тобой. Что хотела? Поговорить с тобой. Слушай, давай потом, а? Нет, сейчас. Давай потом. Нет, сейчас. Давай потом, а? Нет, сейчас, Иван. Что опять? Ванечка. Ну? Нам надо уже что-то решать. Подожди. Ну совсем чуть-чуть подожди. Вот проверну одну операцию и махнем мы с тобой куда подальше. На Сейшеле! На Мальдивы! Да с тобой хоть в Болгарию! Болгарию! Как тебе больше нравится? Не знаю, Леопардик мой. Я ведь из своего аула никуда не ездила. Разве только сразу в Москву. А, в двух аулах только и побывала. Нет, ну ничего, ничего, всего одно дельце я...
холостяк, без всяких обязательств. И, может быть, вдовец. Иван, ты меня пугаешь. Да. Я страшно кровать пропасть. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я гормон-мутант из глубин подсознания. И я тебе это сейчас продемонстрирую. Кончана! Ноги! На ширине плеч! На ширине плеч! Плеч! Руки за спину! За спину! За спину! Что за операция? Я даже что-то порвал. Стоять! За что? Что за операция? Вот, расскажу, очень интересно. Расскажу и покажу, тем более ты мне должна, так сказать, обеспечить алиби. Алиби? Да-да-да. А теперь сидеть! Сидеть, я сказал! Что за дом? Жена орёт, ты орёшь. Что? Предусмотрительно. Думаешь, наверное, много. Ладно. Да на тебя вообще лица нет. Не надо, Гиля. И две морщинки. Господи. Я даже не знаю, что с этим делать. Может быть, что-нибудь, какой-нибудь укольчик в горе? Не поможет. Потому что у меня, знаете что? У меня принципы, понимаете? Но сегодня, опа, такая приятная серебряная гибка. Но сегодня, сегодня не такой, как вчера. Я вообще не такой! Да! 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 Ха! Да! Заводовай! Ну как это кто? Кто? Я, конечно, кто. Да, тебе алкоголь, правда, очень противопоказан. Не расплескивайте, пожалуйста. Аккуратнее. Все, хватит кривляться. Не откуда. Куда? Куда? Назад тебе нельзя. Куда? Обратно. Стой, 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 стой. Так вкусно, не представляете. Можно допью? Иван Ильич. Слышь ты? Да. Эквилибрист. Ты что, вдове миллионера присосался? Или клад нашел? И потом все клубочки мои. Ну как это кто? Кто? Я, конечно, кто. Да, тебе алкоголь, правда, очень противопоказан. Не расплескивайте, пожалуйста. Аккуратнее. Все, хватит кривляться. Не откуда. Куда? Назад тебе нельзя. Куда? Обратно. Стой, 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 стой. Так вкусно, не представляете. Можно допью? Иван Ильич. Слышь ты? Да. Эквилибрист. Ты что, вдове миллионера присосался? Или клад нашел? И потом зябленько. Все клубочки мои. Я просто... А мой муж... Повторить? Ha, 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 ha
10 тысяч минут? Да, это неделя примерно. День, наверное, стал. Больше дала! А этот изверг тебя совсем до слез довел, да? Меня? Тебя? До слез? Да. Не дождется. Гиббон наглый. Да. Ой, Каролинка, слушай, как надоело эту комедию. Да, надоело. Забавно! У нас сегодня гребет он от ботаника по полной программе. Да-да-да. Представляешь, что задумал макак из Уральска, а? Что-то, по-моему, пораньше побольше. Да? Подожди-ка, сейчас исправим. Макак из Уральска, что придумал? Лабораторию продать и из страны свалить. А я хорошо вовремя подстраховался, как почувствовал, что надо как-то поторопиться. И дубликатики ключей сделал. А этот недоразвитый орангутан еще говорит, что я не гребет. Конечно, гений, а? Я дубликатики-то сделал. Ага. И человечку одному передал. Какому человечку? Ничего не понимаю. Каролинка, нормальному такому, наемному человечку. У нас сегодня гребет он от ботаника по полной программе. Да-да-да. Представляешь, что задумал макак из Уральска, а? Что-то, по-моему, пораньше побольше. Да? Подожди-ка, сейчас исправим. Макак из Уральска, что придумал? Лабораторию продать и из страны свалить. А я хорошо вовремя подстраховался, как почувствовал, что надо как-то поторопиться. И дубликатики ключей сделал. А этот недоразвитый орангутан еще говорит, что я не гребет. Конечно, гений, а? Я дубликатики-то сделал. Ага. И человечку одному передал. Какому человечку? Ничего не понимаю. Каролинка, нормальному такому, наемному человечку. Я согласна! Ой, Каролина, как пойдет тебе орден. Да. Добрый день. Это апартаменты господина Магнатова. Могу я вам чем-нибудь помочь? Hello! Здесь мистер Смит, культурный агаше. У меня есть договор на разговор с господином Магнатов. Открывай, это ко мне. Так, вся приходи. Иди отсюда, я тебе буду книжки почитать. У меня там много. А ты чего? В деловом костюме. Слушай, я встречу чисто деловая. Понятно? Да, понятно. Не уйди ли остаться? Уйди. А лучше останься. Нет, останься, лучше уйди. Нет, уйди и останься. То есть, иди, умные книжки почитай. Книжки? Полистай там эти журнальчики, вспомни алфавит разбуку. Не надо бегать, не переживайте. Мы с Каролиной Кузьминичной найдем, чем заняться. Да, расскажи там какой-нибудь методик. Бегом, извините, и расскажу, и покажу. Ты чего? Это костюм не идет точно. Hello! А сам-то ты откуда? Что ли? Где твоя малая родина, брат? О, Париж. Париж? Sorry. Париж, штат Массачусетс, USA. Какая вы великая нация. Мы тут живем и никак не можем понять. Но почему вы там все такие великие? Да не думайте об этом. Искренне.
учитель. Это правда, да. Самые лучшие, самые демократичные, самые. Ну, тогда предлагаю помалый. Но. Помалый. Но, без. Помалый. 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 Помалый за малую родину. Новобобровск и масло с Массачусетс. Ну, за малую родину! Да! Хорошо! Пошла! Ну и третью вдогоночку по старой русской традиции! Пожалуйста, давайте бросим пить! Прекрасный тост! Нет, господин Мохнатов, пить будет позже, возможно! А теперь я хочу бы уточнить те сведения, которые мне только что дали. Understand that? Окей. На какие? Какие сведения? Ну, Бобровск действительно находится недалеко от Бобровска. Но не из Верхоянска в Ачинск, а из Ачинска в Верхоянск. И на 642-м километре направо, перед поворотом на Хатанго. Ты вас, наверное, какой-то идиот на тракторе с другой стороны привез. Что? Дальше. Академик Спокойников родился не у вас. А где? В соседнем районе. И занимался не кукурузой, а соей. Ну, извиняюсь, мистер Смит, но бывает дело на Гнабурге. Что вы сказали? Бурги нагнал. Где? А, ну вот. Втер по ушам. Кому? Муфу заправил. Куда? Черемуху вставил. Зачем вы все это делаете? Сейчас приведу. Я приврал малость. Да хватит Ваньку вольять, Иван Альбертович Мохнатов. Поговорим про прибор. Прибор? Да. Готовились к встрече с вами. И вам было проще принимать решение. Мы же ведь не только про академика Спокойникова знаем. Да ладно. Неужели про необычную личную жизнь профессора Вандермахера? Про вас можно, Бертович, про вас. Что это про меня? Я думаю, вам это будет как раз интересно. Итак, Мохнатов Иван Альбертович. Да, ты тоже хороша. Чуть в последний момент на Соколе не спали. Ну, извини, я еле сдерживалась. Ты же у меня такой сверхчеловек. А ты моя белокурая есть. Кто-кто? Иван. Как приятно сидеть, спектакли играть, когда заранее знаешь, чем все закончится. Да. А твой Пятикантров сейчас едет в лабораторию, ничего не знает. Ничего не знает, а мы-то знаем. А я вообще все знаю. Скажи, я тебе его совсем-совсем не жалко. Совсем-совсем. Это я. Короче, он выехал, да, скоро будет.
Я подъеду, как договаривались. Контрольный в голову не забудь. И работай по возможности чисто, аккуратней там. На связи. Домик ничего, работать можно. Недурно. Недурно. А ты мой хороший, а ты мой золотой. Так это же по золоту. Ты чё, дешёвенький? Это золото, чучело. Нам такой скульптур не надо. Это не надо. А вот иконочка надо. Эй, так это конец 18 века. Конец 17. Причём слегка состаренный. Фу. Фу. Фу, несерьёзно обещать. Да пошёл ты. Пойду, пожалуй, в удобство. Можно я так попробую? Ну, попробуй. Сейчас. Ну все, хватит убежать, положи это дело. Ну, уважаемый, можно я руки опущу, а то затекут, реально неудобно будет. Напусти, что я зверь. Спасибо. Держишься, пристрелю. И, уважаемый, вы с ним поаккуратнее, моего пистолета спуск очень мягкий, может пальнуть ненароком. Да мало того, что спуск очень мягкий, почему-то предохранители сняты, там патрон в патроннике. Я тут в библиотеке лежала, читала. А тебе только что, уважаемый, сказал, где спуск очень мягкий. А, да-да-да, я просто спросила. Подтверди. Да-да, девушка, спуск очень мягкий. Вот у меня было 3 приятеля, а теперь нет приятелей. А теперь мы немного успокоимся. Так? И вот какой вопрос меня больше всего сейчас интересует. Чем с тобой, Вася, в библиотеке занимался? Да! Это какой у вас? Я вообще-то не с тобой разговариваю. А с женщиной общаюсь. Неужели ты меня спрашиваешь? Где стой, что женщины есть? Нет, я один пришел, я на работу всегда один прихожу, у меня как отрезало. Не ставь, я тоже. В смысле, по-другому я, Дуда. Что ты делала с Васей в библиотеке? Это ничего особенного не делала. Но правда, фантазии у него были. Какие? Такие мужские, такие хорошие, такие фантазии. Ну ты понимаешь, что я имею в виду? Я пытаюсь. Ну, конечно, он тебе нафантазировал. Что? Если он тебя грохнет. А тебя? Все мужские фантазии сразу осуществятся? И мои. Уважаемые, у вас тут разговоры такие интимные. Я прямо слушать стесняюсь. Может быть, я пойду, а? Иди, конечно. Спасибо. До свидания. А если деликатно, так и уши заткну. Я просто давно, дела семейные, я себе давно уже сказал, только с незамужними и только мне рабочее время. А у меня вообще выходной сегодня. Ну так что? Выходной. И сделать еще с распродажи, ну, кучу пакетов из магазина. Думаю, где мужики? Тяжело. Я же нормальный мужик. Бывай ласка в красной сына, раз три месяца. Но сегодня уже двойку уложил и надпись написал. Ты хочешь быть третий? Нет! Ну не хурма себе! Что? Вот в моем доме прошу не выражаться. Ты что-то хотел сказать? Да, то есть нет. Что? Вот, я хотел сказать, что то, что вы сейчас сказали, вот это вот землю написал, надпись закопал, вот это вот я ничего не слышал. Еще один раз.
Что ты делала с Васей в библиотеке? Ничего особенного. Ну да, фантазии у него были, да. Ну и он пытался шестить свои фантазии. А ты? Подкрадывать в библиотеке ко мне такой. Ну я вижу, у него на уме что-то. Ну к нему всякое. Я должна была узнать, что он задумал. И самое главное сказал, что меня убьет, а с тобой жить будет. Ну, брат, это фихуа какая-то. Слышь ты, дважды филолог. А может, все наоборот? Я сначала подумал, но потом понял, что такой орел не может быть дельфина. Орден? За меня или за то, что ты с ним жить будешь? Я не поняла. А, может, это чихуахуа? Все какое? Так, ты почему только одну руку тянешь? Затекла вторая. Васик Андрос. А нет, открыт. Пчелами прижигал? Да, прижигал. И че? Я что-то не то, мне все пропускал. Даже фигня. Можно я заявление сделаю? По сути вопрос. Ты. Заявляй. Спасибо. Вот ты! Че надо? И ты! Вот вы! Все! Вот дура они все! И все! Полицию позвонить сейчас. У тебя голова вообще нормально здесь от силы на три. Ты лучше скажи своему мужу, что ты с Васей в библиотеке делала. Ты что, ты можешь рассказывать? А что ты вообще говоришь? Мы когда разговариваем, мужчины, тебе вообще нужно молчать, понятно? Потому что женщина вообще не дает. В этой жизни, дорогая, за все в этой жизни расплачиваться надо. Ну что ты, Васенька? Ой, мамочки! Ванечка! Ванечка, ну тут Ваня! Ванечка, ты Ваня, Ванечка! Ванечка, Ванюшечка! И вот город, и вот чай, и вот синдрик, и вот чай, и вот город, и вот река, и вот песка, и вот камень, и вот душки, Иванючка! Ванюшечка! Да что за имя такое? Гребаный Эдвард! И вы рады! Вы не знаете! Ой, хороший год! Ой! Не хочешь повторить? Тебя как зовут? Маука! Это еще что такое? Это имя мое! Откуда оно? Из Адлера оно! А ты? Я вместе с ним приехал! Очень приятно, брат! Очень приятно! А меня зовут Иван! Иван! Иван Альбертович Махнатов, местный я, коренной москвич, из Новобобровска. Очень приятно, брат. Так приятно, брат. Вот Иван Альбертович, я тебе как москвич москвичу скажу. Она же тебя дура совсем. Ты сейчас ее все равно убивать будешь. Может быть, я пойду, я только мешаю. Не-н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 е-
Зачем так рано? Мы с тобой договорились не раньше 9. Секундочку! Это кто это, кому Ванечка? И о чем это вы тут таком договорились? Что происходит вообще? Я вам сейчас все объясню. Это адюльтер называется. Судя по всему, у них там раньше мезальянс тоже был. Дело в том, что множество мужчин, пересекая экватор семейной жизни, начинают искать женского внимания вне ближнего семейного круга. У них возникает некая параллельная реальность. Ну, когда они не пересекаются, это все нормально. Но наступает момент пересечения, вопреки аксиоме о непересечении параллельности. Я больше ничего не скажу. Сладкий! Как мёд! Про видеокамеры и много-много чего другого. Операция «Развод»!